Вернемся к вопросу о печке и отоплении в гараже. Печка у меня Бренеран или Булерьян. Я ее немножко доработал, чтобы повысить эффективность, теплоотдачу в гараже. То есть, когда ты пришел, натопить побыстрее, я поставил вентиляторы. Как только печка разгорается, входит в режим, это вентиляторы гоняют воздух. На полу, естественно, он холодный. И перемешивая, увеличивают теплоотдачу. То есть я меньше топлю улицу и быстрее натапливаю в гараже. Вот. Но видео цель как бы не похвалиться, а получить отзывы. И кто-то что-то, может быть, посоветует. Значит, заметил такую ситуацию. Вот они, отходы. Древесно-строечные плиты. Это отходы производства мебели. Естественно, как бы... Кто-то от этого должен избавляться, вывозить мусор, отходы производства, а кому-то эти отходы, в данном случае мне, нужны для того, чтобы отапливаться. Что я заметил? Какая разница? По сравнению вот с такими дровами, ну, лесными, вот, они горят быстрее и при этом выделяют гораздо больше тепла в единицу времени. То есть, если мне надо протопить гараж побыстрее, посильнее, я пользуюсь вот такими отходами. Вот. А когда уже гараж как бы вошел в тепловой режим, который мне нужен, я уже топлюсь вот такими вот деревяхами. Там на 2-3-4 части их колю и поддерживаю температуру. Поскольку вот эти дрова, они как бы горят более слабо и выдают... тепла поменьше, то есть менее эффективно идет протопка помещения. Ну вот пока и все. У кого какие соображения и отзывы, пишите. Может быть, кому-то я помогу, кто-то мне поможет, чтобы этот вопрос сделать более эффективным. Всем удачи, пока-пока.